И так часто задаваемый вопрос, что же будет в России после выступления вот оппозиции, что, в общем-то, прошли на ближайших прошедших днях. Так, в принципе, ничего не будет. Кого-то посадят, этих молокососов там на учет поставят. Ну, в общем, вот такая вот ситуация, понимаете? Оппозиция, она везде есть в любой стране, и она, в общем-то, всегда будет. Только вот интересный такой факт, что, ну, в общем, это как бы не новость, то, что я говорю. То есть вот есть верхушка, да? Конечно же, она западная, эта верхушка, которой обязательно надо убрать Путина, потому что он сильно-сильно мешает по той причине, что Россия поднялась с колен и, как говорится, дает подсраку Западу. Соответственно, Путина нужно убрать. Это вы сами понимаете. Что у нас делает оппозиция? В общем-то, вот она и пытается, в общем-то, что-то сделать. Но заметьте, все, что было вот за эти года, у оппозиции абсолютно ничего не получилось. Они везде обсирались. Поэтому и тут точно так же, ну, прошло это, власти будут, в общем-то, готовы к чему-то подобному, но, как бы это самое, то есть не стоит, в общем-то, на этом, в общем-то, зацикливаться и думать, что вот они свергнут там Путина, еще что-то, ничего подобного, такого, в общем-то, как говорится, не будет. Путин очень сильный человек, очень сильный лидер, и свергнуть его не получится, к тому же, я уже давала предсказание о том, что Путин еще будет и следующий срок президентом. И вот еще раз хочу повторить, ну, тут как бы на просторах интернета полно такого, что якобы его там через год, через два, через три уберут. Ничего подобного, его не уберут. Он будет еще, следующий срок будет президентом. Поэтому готовьтесь, пожалуйста, к этому. А оппозиция, ну вот это вот, которая шушера, которая выходила, ну это же чернь, для Запада. То есть верхушки, как говорится, верхушки оппозиции плотят, Навальный там доит своих уточек, лохов собирает, ну извините меня, лохи, они и есть лохи, без лоха жизнь плоха, как говорится. Это его, в общем-то, проблемы. Вот. И получается, значит, что, чтобы, понимаете, это все будет идти из года в год. И вы, в общем-то, как бы, ну никуда, в общем-то, от этого не деться, поэтому переживать о том, что там какая-то оппозиция скинет Путина, нет, этого не будет на 100%.